общем, идея такова. Ехать скучно. Подожди, люк надо закрыть, ты не услышишь. Давай, закрой люк. Начну сначала. Идея такова. Существует, я не знаю, байк это или правда в США, что если ты видишь грузовик, высовываешься из окна и показываешь ему типа рукой вот так, давай, делай, он дудит. Вот. И сейчас мы это проверим, так как один хрен делать нечего. Ну, а тут грузовика нет. Ну, сейчас пока грузовика нет, но скоро мы его найдем. Итак, а как ты это будешь делать? На горизонте появился грузовик. Сейчас мы с вами все это увидим. Подожди, а нормальный грузовик? Это нормальный грузовик. Снимай, так, сейчас мы заснимем грузовик сам по себе. Вот он впереди. Вот он идет. Шатает. И теперь момент истины. Нихера. Вот так. Но отчаиваться не стоит. Ищем второй грузовик. Я думаю, два это будет достаточно проверить. Итак, на горизонте появился второй грузовик. Проверка хрени с гудком номер два. Итак, грузовик здесь. Мы едем. И сейчас мы будем это делать опять. Пробуем. Сейчас будет контакт. Он меня должен видеть. Он меня видит. Нихера. Он сделал что-то? Нет. Сняга не работает. Все какие-то грустные. Ну ладно.